Второй день недельского ритейла мы разговариваем с нашими гостями, участниками деловой программы. Сергей, расскажите, какие цели вы преследуете на этом форуме, зачем вы сюда пришли, и расскажите про тему вашего доклада, почему эта тема актуальна для аудитории. Да, здравствуйте. Вот мы постоянно встречаемся здесь. Что интересует? Ну, во-первых, площадка такая, она раз в год большая, поэтому мы всегда здесь. Мое выступление было связано с, и обращено к производителям товаров. Мы постоянно находимся в поиске новых товаров, новых производителей. Цель – отстроиться от наших федеральных конкурентов. И в данном случае еще раз я постарался объяснить им все наши технологии входа, открытости. Вот цель этого всего. И рад, то, что спрос на то, что мы делаем у производителя, достаточно большой. И мы много-много общались еще после этого выступления. Вот. Про тему доклада расскажите, на что аудитория реагировала, что болит у аудитории, почему это важно для них выслушать то, что вы рассказывали. На мой взгляд, производителям важно иметь простую технологию, понятную, прозрачную вхождение в сеть в рамках своего коммерческого предложения. И они нуждаются в обязательной обратной связи от сетей. Почему, например, их... с ними не договорились, почему их не пускают в эту сеть, для того, чтобы они, не знаю, как-то по-другому смотрели на свой продукт, на свои там ингредиенты, на свои коммерческие предложения. Вот, на мой взгляд, им не хватает обратной связи сегодня от сетей. Им не хватает открытости сетей. Те коммерческие предложения, которые они дают, каким-то образом непонятным для них варятся в этих сетях, и ответа никакого нет. Вот это их... Запрос на прозрачность отношений между сетью и производителем, она просто огромная. Это то, что я для себя подчеркнул. Вот такая экспертиза звучит со сцены деловой программы недельского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.